состояние тишины и покоя. Надо будет к воде спуститься, она вроде бы уже отступила. И прошлые полянки снова открылись. Вот что такое умиротворение. Все равно глазами красивее. Кстати, тут есть веточка одна, несколько лет, две ветки уже. Есть такой астрономический, ведический портальный день, Акшая Тритья. И лет 5-7 назад мне писали с разных стран желания. Были розовые и голубая одна ленточка. Я знаю, это уже чемпион чемпионов собака. Но я не сняла, там неудобно. Розовые и зеленые веточки с пожеланиями. И после определенной энергетической работы на дубе и на боярышнике я вывешивала веточки. Здесь было 3 ветки полностью в этих ленточках. С желаниями там девочка из Португалии, из Бразилии. Там разные были люди, и те, с кем я занималась. И те, с кем я в Фейсбуке тогда общалась, и кто там захотел в этом участвовать в групповой работе. И потом, когда они писали, что исполнилось их намерение, я снимала эти. Здесь их так много было, и я вот сейчас смотрю, 1, 2, 3, 4, 5. Мое желание про жилье осталось еще 6. И голубую ленточку я просто не смогла снять тогда. Не хотела ее резать, а потом весна началась. Ну, в общем, я из-за листовой. Вот оно сбылось, но я помню, что тут одна висит, которая уже сбылось желание. Но из 30 или 40 вот так вот осталось. Я прохожу еще, смотрю, думаю, я сейчас не в Фейсбуке, может, они уже и сбылись. Осталось мое личное жилье, может быть. Но собака чемпионом стала практически сразу. Сейчас у нее потомство чемпионского очень много. А тогда была ее первая выставка.